Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Давайте покажи. Мы сегодня девочками. Даже... А нет, у нас два кота еще есть. Ну вот такие вот девочки наши. Вот они, коты. Коты, привет, Катя. Все тут ругаются, что почему мы с вами не видимся. Мы, наверное, поругались, больше не общаемся, не встречаемся. Видела такой комментарий, писали. Ну, мы и раньше как-то не встречались каждый день. Раз да, месяц. Каждый день не встречаемся. Да. Раз в месяц, там, я не знаю, раз, два раза в месяц. Вот, сегодня Катя... Кушайте. Горячая? Ну, потихонечку кушайте. А сегодня вот Катя приехала, нам нужно поработать. У нас обычно такой повод встретиться, поработать. Да. Сейчас пятницу как раз вот... вечером. Пятницу вечером. Катя она, уже за ноутом сидит. Покажем вам, кстати, про работу тоже, про Озон Вайлдберрис. Мы покажем вам, расскажем про новиночки, про стариночки, про скидочки, про все расскажем. Вот, а что еще? Я буду сейчас ужин готовить, пока Катя будет работать. Демиры с кремом нет еще, они еще в школе, их Ур заберет, и он их еще стричь повезет, поэтому они еще не скоро приедут, слава богу. Мы пока в более-менее таком спокойствии будем. Вот, так что, Лаки. Лаки очень рада. А, кусается. Сейчас я тебе открою. Так, ну что, давайте, мы тут немножечко поработали в кабинете. Катя там описание добавила кое-какое, поменяла чуть-чуть. Вот покажем наш кабинет на ВБ, получается, расскажем про товар. У нас осталось немножечко наборчиков дома. И эти же наборы сейчас по очень выгодной цене. Мы просто да. Мы просто сейчас отдаем их по последней цене. Это просто, я не знаю, чуть ли цена не закупа, потому что это последние наборы. И к Новому году планируем, ну, новые у нас будут уже наборы и вообще и таких товар. Уже, по-моему, нет в наличии, мне кажется. Ну да. Может быть, кому-то надо, не знаю, ко дню учителя. Там, к Новому году заранее кто-то хочет купить, например. Знаешь, да? Да. А, ну, в наборе... Есть вот хороший, подожди, вот такой вот набор классно, по очень хорошей цене. Здесь два мыла, вот таких же, просто они не в такой картонной упаковке, они в пакетике. И в итоге весь наборчик, где там, вот, в таком пакетике с бантиком все и с вот таким вот полотенцем. Такое хлопковое небольшое полотенчико, типа для рук оно. Угу. Для рук подарочный можно, да, использовать такой. Для этого, для кухни. Угу. И осталось вот такие по хорошей цене, получается, по хорошей цене. Вот они без мешочка. Так вот такой цвет, вот он красивый очень, насыщенный такой. Друзья, цена, ну, просто мыло. Вот ниже некуда. Ну, как бы кто-то мыло. Может мне написать, что очень высокая цена, извините, очень 300 красивое рублей. Мыло. Это вообще... Очень вкусно пахнущее. О, боже. Ничего всё страшного. Упало. Очень ароматное для кожи, очень хорошее. Кот. Так, давай еще покажем, что у нас есть. Купировали животные. Вот такие наборы с еще кремом. Тоже по 440 рублей. Это крем для тела. Мы когда-то тоже эти крема показывали. И это бамбук. Очень, оно такое с особой, так сказать, мягкостью, слегка глянцевые. Мы их называем бамбуковые полотенца. Они размером чуть-чуть побольше, чем вот я сейчас показывала. Вот такие наборчики тоже. Цена у них почти одинаковая, хотя это бамбук, он всегда дороже. А это хлопок. Несколько наборов с бамбук. Вот белый, бежевый. Да, есть что-то еще. Вот такие у нас полотенца сейчас. Вот, красивые очень, да, бамбуковые. Да, не, я вот про вот эти хотела еще сказать. Про пляжные, хамамные полотенца. Это вот тоже сейчас по хорошей скидочке они стоят. Осталось там буквально несколько штук, очень хорошая оценка на них. То есть, ну, как бы и заказов много на них было, и разных цветов. Открой какой-нибудь из них. Вот эти вот полотенчики. Вот это, да, может открыть. Не, прям на него нажми. Вот. Очень хороший размер. Я сама пользуюсь таким полотенцем. Да, я сама пользуюсь таким полотенцем, всегда его беру на пляж, очень удобно, но тонкое, классное вообще, да. Разные цвета. Да, вот такие они. Ну, и какие-то остались, какие-то каких-то уже не осталось. Ну, очень мало, да, их тоже осталось. Сейчас по скидке их прям продаем. Большой очень размер, они огромные, прям такие полотенца. 180 на
Сколько-то, я уже не помню, здесь где-то написано. Ну на 100, да, они очень 180 на 100. Да, точно, 180 на 100, они такие очень, да, большие, mm-hmm. как плед. В принципе, мы их даже как плед использовали. Mm-hmm. Осталось маленечко кремов, вот, для лица и тела. Mm-hmm. А, нет, это для лица и зоны декольте. Mm-hmm. С маслом розы, хороший очень крем. С витамином Е для рук и тела тоже. Так, ну давай покажем этот кофе. Красивый наборчик. Да, кстати, они вот с разными кремами, но это, по-моему, вообще один остался с таким кремом. Давай кофе, Кать. Кофе. Как переключиться на кофе? Вот сюда. Ага. Да. Надо на следующий, на следующий. Наш кофе. Угу. Вот, у нас, значит, осталось всего три варианта кофе, было пять, сейчас три осталось, тоже по скидке сейчас, еще, кстати, здесь можно запросить дополнительно скидку 5%, мы тоже ее всегда одобряем, то есть она будет дешевле, это кофе стоит, остался такой вот кофе именно Дибек, это такое, ну, как объяснить, Кать, Дибек, это как... Ну, Дибек это как сорт, что ли, не знаю, турецкого кофе. Ну, Дибек более... означает, что там примесь, по сути, да. Угу. Вот, то есть Дибек это означает, что они сами создавали рецепт этого кофе, и там есть не только, допустим, кофе арабика, а там, если это фисташковый, то добавление фисташек, сухого молока и других пряных вот этих турецких специй. И у каждого производителя, по сути, есть ну, какая-то своя вот фишка, типа, угу. что они там добавляют. Ну, в общем, такой есть, вот есть более чистый, вот, например, вот этот, здесь тоже есть добавки, но их минимальное количество. Здесь в основном вот это кофе арабика, и там в составе, посмотри, я, естественно, не помню на память, что там. Но ну, здесь в описании все да, написано, здесь состав. И фотографии есть, да, состава, в общем, тут все это есть. А дальше кофе остался такой... с фундуком, с фисташкой, там еще там больше всяких ну, добавок. Ну, фундук у нас закончился, фисташка закончилась. Остался у нас еще вот такой вот менингич, это дикая фисташка. Да, тоже он тоже как добавок. Фисташка, он очень вкусный, вот этот он нежный прям. Это прям такой, вот. Ну, как традиционный, что ли. Менингич, он да, очень на Востоке, очень популярный, да, все его очень. Любят, это очень классный. Ну и, конечно, у нас осталось, ну там тоже буквально... несколько штук осталось. Набор. Здесь 4 штуки в наборе. Ну, вот все. Да, фисташка, все есть. То есть это фундук. Фисташка. Все дикая так. Фисташка, фундук и классический. Да, дизайн. И цена, кстати, на него тоже очень хорошая. Выгоднее, чем даже по одному заказывать. Вот. Поэтому тоже несколько осталось. Это вот как раз мы хотели про них рассказать. Но они на Озоне у нас только. Магазин на Озоне. Ссылки все будут в описании. Друзья, все по супер крутым ценам. Поэтому успевайте, состав заказывайте. Тоже в описании. В описании состав все написано. Иногда кто-то жалуется, говорит, не состав, ничего нет. Все есть, все везде написано. Нужно просто чуть-чуть повнимательнее смотреть. Вот, все написано. Кать, ты извини, но я пойду готовить ужин. Извиняю. Так, наш стол пока. Здесь Кирилл ест. Приехали они с парикмахерской. У них такая... Так, аккуратно, Алина, но горячо, горячая. Ну, такие сейчас, сделали иди им ко мне на коленки. Иди. Прически, они хотят хвостики, поэтому вот здесь вот выбрили все, вот здесь вот оставили, не балуйся. Приготовила салат оливьешечку, приготовила вот такой салат с креветками, здесь сыр, сейчас мы креветки? Это сыр здесь, и здесь еще. Креветки? Я буду... Да, он кислый, Кирилл, ты такой, наверное, не будешь есть. Нет, Настя, давайте идите туда. Алин, что ты кушаешь? Баба, скажи, что ты кушаешь. Сегодня были девочками, стали еще мальчиками, потому что у нас пришел еще. О, Максим там звонит. Да, мы где-то 5, наверное, 6. В 4. 4:15. Ну, мы быстро доехали. Кушайте. А температура нету, да? Нет, нет. Еще мы будем кушать. Очень захотела салат оливье, что давно не ели. Незулаки, да, очень тоже хочет, видимо, салат оливье. Максим на работе, да? Это что это? Колбаса. Всегда на работе. Салат хочешь? Всегда на работе. Настя у нас очень любит оливье салат. Девочки, мы вас только покормили. Что-то плохо кормили, скажи. А вы опять вон и курицу. Плохо кормили, да? Пока я готовила нам, они уже проголодались. И...
Салфетку ей дать? Угу. Просто так вкусно, смотри. Так вкусно. Керем любит курицу вообще. Салфетка. Салфетка, на. Алинка любит крылышки. Вкусно тебе? Да. У нас вечное блюдо это крылышки. Мне уже надо на комментарии пишут, говорят, почему у вас всегда крылышки? Потому что это самое вкусное. Не, мы крылья редко едим на самом деле. Потому что вы у меня едите всегда. А я очень люблю. И вот наши шашлыки, если едем. А дома я так не знаю. Во-первых, это острое, вкусное. Острое, вкусное. Мы будем есть? А что маринуют? Приправа для курицы? Чеснок? Ну вот у меня нет такой приправы. Нет. Я чеснок не люблю. Ну, видишь, ешь. Да, быстро их. А их быстро я еще в аэрогриле их всегда делаю. Дай мне салфетку, пожалуйста. Да. Хочется есть уже. Да. Настя, ты там прям вообще обгладываешь полностью. Тася с Демиром, он уже все, в айпадах они ушли, у них там все прекрасно. Керем сейчас тоже пойдет. Все, ладненько, давайте будем кушать. Приятного аппетита. Хочется вот этот салат тоже еще поесть.